Всем привет, ребят. Ну что, есть инфа по поводу атаки фортов на тайванском форуме. Ссылочку скинул Влад с группы Castle Clash. Я вам тоже оставлю ссылочку на группу, ну, на тайванском форуме. Думаю, вам проще будет ориентироваться. Это просто заходите и смотрите последнюю новость. И там есть новость за 9 число. Сейчас я открою экран. Именно по атаке фортов, как оказывается, было 9, ой, не 9, точнее 7 числа. Вот, заседание на одном переводчике по одному переводит, на другом по другому. В общем, сама суть новости. Дорогие лорды, встреча за круглым столом совершилась 7 января, это 2 дня назад. Самое интересное, среди них идея Battlefield Battle, это атака фортов, проходила в одном и том же месте по всему миру. Вот это вот первая строчка мне как бы непонятная, интересная, нежели сделают объединенный сервак, либо будет проходить во всем мире типа... В одно время, я думаю, вряд ли, а вот насчет того, что, ну, хотя может и быть, объединение, ну, не знаю, вот тут интересная, как бы, тема, ну, так и написано, среди них идея Battlefield Battle проходила в одном и том же месте по всему миру. Тут круглый стол, это через Яндекс уже, в котором предложение битвы за оплот, мнение... Во всем мире было одинаковое мнение о нападении и обороне, были разными, но наконец-то из-за традиции мнение о обороне было единодушным. Должно быть держать до одной пешки и не сломать, и не победить врага. А здесь же взгляды на наступление и оборону были разные, но в итоге по традиции взгляд на оборону... Последовательно, это должно быть шоу уже одному солдату, одному погибнуть, и враг не будет побежден без поражения. В общем, хрен его знает. С одной стороны, или оно будет все в один момент проходить, либо оно будет все проходить на одном серваке, это одно. Но они не хотят менять традиции, то есть оборона будет держаться до того, как... пока не убьют одного героя, в принципе, как это было и раньше. Причина в том, что Battlefield было долгое время в игре с 2016 года, ну, то есть, по сути, 3 года атака фортов уже есть, и за 3 года они толком в этот режим, я так понял, не поиграли сами, не знают проблем. Единственное, что они сделали, это добавили нам карту. Еще одну вторую, там карту немножко другую, и все толком. Там ничего не решилось, и убрали, поменяли спам. Это также оправдано для того, чтобы быть любимым лордом. Это здесь, когда правила игры нарушены, это также означает потерю позиции. Что этим хотели сказать, непонятно. Сейчас я почитаю на втором. Причина Аплом Геонии является давним фаворитом владыки, также имеет причины, когда правила игры нарушаются, но и не представители теряют позиции, поэтому прежде чем проявляется больше голоса, круглый стол временно решил сохранить традицию. Тут же переводит, поэтому прежде чем озвучить громкий голос, круглый стол на встрече временно решили сохранить традицию. То есть они... Пока берут паузу, они пока ничего не делают, насколько я понял эту строчку. Дальше круглый стол определил, что инженеры должны устранить основную причину, а не симптомы. То есть в следующей строчке напишется: проблема определения количества победителей была основана на таких факторах, как барты, ну, Мусаси, насколько я понял, это ассасины. То есть Ронина и других факторов для эффективного лечения обеспечить способ убийства в игре. Ну, как-то так. Там коряво одно, там коряво другое. Для эффективного устранения основной причины в игре будет предусмотрен метод убийства. То есть
по сути, насколько я это все понял, если пересмотреть с начала до конца этот пост, первое, то ли она будет проходить во всем мире в одном месте и в одно время, ну это бред, я считаю, потому что это нереально, все играют на разных часовых поясах, думаю, вряд ли. Скорее всего, может на серваке в одно время для всех, ну я не знаю. Дальше, второе, оборону они, насколько я понял, менять не будут. То есть, если у вас остался живой один герой, значит вы держите оборону, пока его не убьют. Берут паузу, пока временно непонятно для чего, и также они должны устранить основную причину, а не симптомы. То есть они хотят пересмотреть. Они хотят разобраться с бардами и с ронинами. Ну, в принципе, это правильно. Это давно уже надо было сделать. Надо было просто вот. Все, что может это решить, это одна вещь. Это либо убрать талант, это, ну, как бы одна из вещей, истинная вера, либо его пофиксить. Тогда ронины частично будут дохнуть от лисичек, от других героев с точностью, как это было раньше. Вторая причина — это бард, его кулдаун. Ну, опять же, даже если они это сделают, у меня такое ощущение, что через там одну-две обновы выпустится опять очередной просто от фонаря талант, который опять же никто не проверит, никто не протестирует, и он на некоторых героях будет имбалансом. Сам по себе Барт, он своим скиллом просто неубиваемый в большинстве случаев. Поэтому не знаю, они вроде и пишут, знаете, это мне напоминает вчерашний наш опрос, который был на русском сервере, я не знаю, он там есть или нет, я вчера сделал специальный видос, в котором я реально поржал от души, потому что, ну, это просто бред. Спрашивать, куда я хожу, в какие рестораны, в какие кафе, что я делаю, как я делаю, почему, какое это отношение имеет к игре, вот, к игровому процессу. Я вот смотрю, вот я побегал атаку фортов. Первое, что там надо делать, это оптимизация. Оптимизация времени, потому что зачастую заходишь, у тебя бой идет, вышел, заходишь, опять бой идет, перезаходишь, опять бой идет. Это одна из проблем. Второе, надо пересмотреть атаку и деф, как они написали правила. То есть, ну, можно создать героя, который не будет убиваться. И это нормально, учитывая то, что есть донаты, есть бездонаты. То есть надо пересмотреть сами правила защиты и атаки. То есть тут не так все просто, я согласен, для этого надо время. Спам, баги, которые есть, мы убивали пачку, мне засчитывали поражение. Прошлая атака фортом, мы все сидели, это видели. Моя топовая пачка, я атакую, я всех убиваю на атаке, и я получаю поражение. Просто непонятно по какой причине. Или это оптимизация, и мы не видим полностью правильный бой. Я на ком-то слился, но показала неправильную картинку. Вот это и есть самооптимизация. То есть передача данных в реальном времени, а не как-то, ну, непонятно, что перезаходишь, и тебя все равно, ты там нападаешь на ту же пачку 10 раз. Но вот это вот реально надо переделывать полностью все. Поэтому, как по мне, это проще, знаете, не переделывать, а нафиг просто удалить эту локацию и ее перезалить, я не знаю, переделать как-то. Ну, просто вот таким методом, как они хотят, убрать одно, то оставить, то сделать. Ну, так уже не получится. Вы каждую обнову вводите в игру таланты имбалансные, герои имбалансные, которые просто херят все режимы. И вот то же самое с атакой фортов, то же самое с битвой гильдий. Один бард там просто любой деф делает, он выкидываешь питомца, и он это все решает. В общем, в этом плане это все реально печально. И тут
вопрос не самого, скажем так, уже не самого какого-то изменения локации. Тут вопрос постановки всех обновлений, которые вы делаете. Изменив локацию сегодня, это не факт, что завтра она будет у вас нормально работать при следующем обновлении, потому что вы никогда не тестируете то, что вы выпускаете. Это уже все видели конкретно на последней обнове. Вот, поэтому ждем, что же дальше будет. Ссылочку на инфоканал Castle Clash я вам оставлю в описании. Там будет тоже переводик, возможно, немножко другой. Ну, мое видение этой ситуации вот такое. Я показал вам по одному и по второму. Пока не знаю. Тем, что они хотят просто изменить, они ничего не добьются. Тут надо перезаписывать, наверное, полностью всю локацию под всех героев, которые есть сейчас, а не менять там какие-то правила, это ничего не изменит. Надо, наверное, не выпускать столько обновлений с непонятными героями, талантами и прочим. И думать о том, перед тем, как ты это делаешь, как это повлияет на локацию. Все, всем пока.